Всем привет, с вами Фрози. Сегодня я запишу свой первый летсплей по Майнкрафту. Я еще не создал даже мир, и сейчас вы будете все это наблюдать. В этом видео я расскажу про свой канал, еще немножечко расскажу. Так, сейчас я создам мир, то есть, сори, и назову его... Ой, я же русификатор не поставил. Назову его Craft World. Вот так вот, да, отлично. Так, про свой канал, что я хотел сказать. Многие могут задаться таким вопросом, если зайдут сейчас на мой канал и посмотрят дату его создания. Если, по-моему, там написано. Сори, я не знаю. Вот. Почему не сразу начал снимать после того, как создал канал? Да потому что не позволял компьютер. Компьютер был очень слабый. Сейчас у меня новый компьютер. Старый компьютер был очень слабый. Еще раз повторюсь, и это я вам скажу. То есть в описании к видео я напишу вам характеристики этого компьютера, который у меня сейчас новый, и характеристики компьютера старого. Там разница просто величайшая, огромная разница. И, во-первых, он там не позволял компьютер, и во-вторых, тот компьютер, на том компьютере, точнее, он, блин, кактус, не работал у меня этот, блин, путаюсь. О, джунгли, кстати. У меня не работал микрофон. Совершенно были тупо шумы и больше ничего не было. Так, я сейчас тут заметил джунгли, вот, и, в общем, мне нужны овцы, чтобы в ближайшие, потом дальше, в ближайшие, для дальнейшего мне найти уже, сделать там, как его называют, кровать. Блин, все забыл, не играл в Майнкрафт уже долго. Так, ай, о, шахту нашел, так, это хорошо. Только неудачно как-то заспавнился. Мне нужны овцы. Так, еще насчет канала, пока я здесь бегаю, ищу что-либо. Насчет канала еще я скажу то, что буду снимать я хотя бы не ежедневно, не гарантирую ежедневно, по настроению и по хватке времени. Хотя каникулы, какая может быть нехватка времени, да, спросите вы. Да, я учусь в школе, не удивляйтесь, мне 13 лет. Потом, что? Ну, еженедельно по 1-2 видео это точно будет. Это, мне кажется, это обязательно. Так, ребят, я чуть не могу овес найти. О, я вижу лаву. Лавовое озерко. Озерцо. Ладно, давайте добудем дерево. Для начала летсплей я буду снимать в целях своего удовольствия. Мне совсем не важна партнерка, мне не нужны деньги за видео, которые я снимаю. Получать деньги мне не обязательно, мне это не надо. Мне самое главное для удовольствия, для своего, поснимать. Сейчас, в общем-то, я рублю дерево. Отошел маленько от тела. Так, что ж. Ой-ой-ой. У меня, в общем-то, все. Вот и овечки! Ура! Ура! Ой-ой-ой-ой-ой. Так, у меня сейчас FPS даже нисколько не уменьшается. Сейчас убью овечек. Даже, как вы видите, не лагает. И вы должны меня очень хорошо слышать, потому что здесь фонов я, по-моему, не обнаруживал еще. Иди сюда, иди сюда. Сейчас я овечку добью, еще вторую. Куда бежишь? Да-да-да. Да. Так, две шерсти есть. Куда пропала третья? А, я ее вижу. Вот она, да. Ой, иди сюда. Стоп, стоп, стоп. Остановись. Ничего, здесь мышкой-то щелкают. Так, ну тебя тоже убью. Останься. Все, остановись. Так, теперь мне я уже немножко проголодался, потому что сложность у меня стоит на нормальном. Не на мирном. Еда просто быстро уходит. Черт, эта хрюшка не дала мне ни одного мяса. Ни одного там стейка. Там никакого. Ой, простите, я кашляю. Простудился. Вот это, понимаю, вот эта хрюшка. Молодец, пятачок. Черт. Еще не восстановился. Да какой же жадный-то. Грибочки можно поесть. Сейчас. Иди сюда, да стой ты. А, черт, меня глаз ломит, маленечко. Грибочек. Стоп, он не естся. Странно. Лак, фейл. Так, сделаю я досочек. Мне нужен
соответственно, верстак. Мне нужна кирка. На всякий случай даже деревянный. Ой, меч сделаю. Хоть не деревянный, ничего страшного. Так, ребят, надо бы отыскать камушка. Вот так вот будем делать. Так. Да, так очень трудно, но все-таки. Да. Ребята, я нашел тут камень. Всего лишь покопал вниз. Так, сейчас я разобью камень. Этот булыжник добуду маленечко, чтобы сделать печку.